Размер адресной социальной помощи будет пересчитан в случае изменения состава семьи и дохода. Внесены изменения и дополнения в правила назначения выплаты государственной адресной социальной помощи, АСП. В назначении адресной социальной помощи могут отказать лицам, семьям, со среднедушевым доходом, превышающим черту бедности, которая установлена в регионах, городах республиканского значения и столице. Кроме того, также в получении АСП может быть отказано трудоспособным членам семьи, которые отказались от участия в мерах содействия занятости, за исключением несовершеннолетних детей, обучающихся очно в организациях среднего, технического, профессионального, высшего или послевузовского образования. После достижения ими совершеннолетия до момента окончания организации образования. По этим причинам в получении АСП могут отказать казахстанцам, которые осуществляют уход за ребенком в возрасте до 7 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом первой или второй группы, престарелым, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, а также лицам, имеющим заболевания, при которых может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более 2 месяцев. В эту категорию лиц также входят семьи, члены которых предоставили заведомо ложную информацию для назначения адресной социальной помощи. Согласно документу, изменения также коснулись назначения обусловленной денежной помощи. На обусловленную денежную помощь, которая выражается в ежемесячной или единовременной денежной выплате, могут рассчитывать одинокие малообеспеченные граждане и семьи, имеющие в своем составе трудоспособного члена, а также физлиц, которые выплачивают единый совокупный платеж. Обусловленная денежная помощь выплачивается в течение 12 месяцев с момента обращения. Единовременная обусловленная денежная помощь оказывается на развитие личного подсобного хозяйства, на приобретение домашнего скота, птицы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, за исключением затрат на погашение предыдущих займов, приобретение жилой недвижимости. Повторная единовременная выплата обусловленной денежной помощи возможна только при подтверждении целевого использования ранее выданных сумм. Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Бердибек Сапарбаев отметил, что факты мошенничества при получении адресной социальной помощи казахстанцами привели к пересмотру десятков тысяч заявок.